Между тем, людей, мародерствующих в Алматы, продолжают задерживать в регионах страны. На след пятерых из них удалось выйти туркестанской полиции. Двое из них ранее уже были судимы за кражу. У подозреваемых изъяты брендовые мужские и женские вещи, 500 000 тенге и наркотики. В целом же ситуация в регионе стабильная и находится под контролем, заявляют местные власти. Продолжают работать блокпосты, а объекты стратегического значения взяты под усиленную вооруженную охрану. Также в области сформировали народную молодежную дружину. В ее составе спортсмены и волонтеры. Они помогают полицейским обеспечивать общественный порядок. Порядок в городе и на блокпостах обеспечивают порядка 300 военнослужащих. Работают и сотрудники полиции. Мы благодарны им за хорошую службу, ведь благодаря этому в Туркестане очень спокойно.